хорошо. Да. Спасибо. Да, дамы и господа, братья, сестры. И когда они были в пустыне, в числах описывается, то из-за ропота, да, из-за чего проблемы в жизни верующих, да, недовольство, да, ропот там, ну, война в разуме происходит, в сердце. Это как Достоевский, да, Федор Михайлович, ты очень хорошо говорил, что, значит, Бог и дьявол ведут битву, говорит, а поле битвы сердце человеческое, вот, именно сердце человека, да, это поле сражения, ха, потрясающе, вот, значит, и чтобы наши победили, помогайте нашим, вот, врагу не помогайте, вот, и все, Господь, Он совершит свою победу. Вот самый блаженный путь, о других думать лучше, чем о себе. Это смиренно мудрее. Это самый простой путь вообще. Самый такой. Скорый и все. Когда, если о других будешь думать лучше, чем о себе, значит, как воспринимать всех как ангелов, вот, значит, то вообще ты, ну, по ускоренной программе просто. Вот, значит, другой дух просто в тебе будет и все. Вот, значит, и если начинаешь, ну, превозноситься там, и других осуждать, то, ну, начинаются проблемы. А тем более, если недовольство, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Понимаете, вот, а недовольным быть, значит, и неблагочестивым, это великая беда для верующего, если честно. Да. Вот. И вот тогда ропот что произвел? Действие какое? Вот эти змеи приползли из пустыни, да, и они жалили народ. Да, да, да. Народ погибал. Страшное зрелище. Я не знаю, имели ли вы дело со змеями. Вот. Я попадал в передряги. Вот. Это, скажу так, не из приятных. Когда ядовитые змеи атакуют. Это неприятное зрелище вообще. И лучше такое не переживать, честно говоря. Вот, я попадал в такие ситуации в Австралии. Попадал в передряги такие. А если вы знаете, то в Австралии проживает, на этом континенте проживает половина всех змей на планете. Это горюшник самый. Вот это. И плюс еще, да, это одно. А второе, что, значит, у нас хотя бы есть змеи такие, ядовитые и не ядовитые, да? А там они все ядовитые. Там нет понятия не ядовитые змея. Просто от одной ты помрешь очень быстро, а другой медленно. Вот как бы, значит, а другой можешь помереть, а можешь не помириться. Вот, значит, как бы, ну, разные варианты. Но, в принципе, значит, они все ядовиты там. Поэтому там, когда приезжаем, значит, мы, ну, я был все время в городе, в принципе. Хотя на окраине жил, там тоже, там, то соседку ты кричал, там, заползла какая-то тварь. Вот, значит, ко мне вроде не заползало ничто, значит. Но, вот, ну, как бы, ну, жить было не очень, как бы, там. Хотя я к морю любил по утрам ходить, значит, ну, к океану, вернее, даже там, а там океан как раз прям побережье был недалеко, значит, это штат Виктория, самый южный штат, самый классный, кстати, в Австралии, вот, потому что остальные в основном такие, честно говоря, пустынные, там мало что можно смотреть, а вот Виктория там, да, там все цветет и пахнет вообще. Ну, там сейчас зима, правда, ну, зима наша, зима их не так, как наша весна, допустим. Вот, значит, и, конечно, чудно там было жить, но самое интересное, началось, когда стал выезжать за город, далеко за город. Меня на приключения понесло, как бы. Вот. А дети еще маленькие были, они еще там, созваниваемся там, по телефону. Вот, значит, еще не было мессенджеров этих, там, значит, интернета, значит, не пользовался, а потом только скайпом начал пользоваться. Значит, давно это было дело уже просто. Значит, и дети еще маленькие, значит, и говорят, папа, а ты кенгуру видел? Какие кенгуру? Я же в городе, там, откуда там кенгуру-то эти, значит, ну... Ну, говорю, ну, как бы, нет. Да ты что, папа, ну ты в Австралии не видел кенгуру, ну, как бы. Я потом уже братьям говорю, братья, ну, неудобно как-то. Вот приеду домой и скажу, не видел, жил в Австралии, не видел кенгуру. Ну, как бы, ну, дети не поймут меня просто. Что хотите, везите меня туда, где кенгуру, короче. Напросился. На свою шею напросился. Да, а это нужно ехать за город, короче. Там, где меньше людей, там больше этих кенгуру, понятное дело. Значит, поехали мы туда. А еще приехали, и никого кенгуру нет. Вот как назло, то... Не знаю, как специально прям. Вот, значит, тогда Майкл вот это говорил, значит, надо идти в бурелом сами. Вот там они точно прячутся. Вот 100%. Ну ладно, хорошо, пошли в эти буши эти. Ладно. И представляете, я-то забыл. Он-то австралиец, и он тоже забыл. Хотя австралийцам это непростительно. Они должны брать все время с собой противоядие. Вот. И он не взял с собой, представляете, в машине. А до машины, мы от машины так далеко ушли, там, ну, бежать, ну, полчаса это точно бежать, если хорошо бежать. Вот. Короче, мы туда в бурелом пошли, в эти буши эти, на свою шею. И вот, и попали на гнездо этой, как, большая коричневая австралийская змея называется. Вот, это вообще самый ядовитый там из всех вот существующих там. Короче, здоровый мужик, если спортом занимается, не пьет, не курит, но минуты три проживет, значит, после этого укуса. Вот, значит, да, если он,
ну, как бы, так вот, еле-еле душа в теле, то ну, минуты не проживет даже. Вот, очень быстро смерть наступает, одним словом. Вот, и при том еще эта змея дура, она такая, знаете, вот, другие еще могут броситься, могут не броситься, и чаще всего они, ну, особенно не бросаются. А вот эта коричневая, она вот надо, не надо, все, что теплое, все, что шевелится, она бросается на все. Не только возле гнезда, вообще. У нее такая вот, ну, мерзкая такая у нее, мерзопакостная такая натура. Вот, и представляете, а мы здесь, ой, короче, это что-то ужасное. Они здесь, и что? Но самое удивительное, Майкл сразу понял, мы трупы. Я потом понял, я по его реакции понял, что, значит, у нас проблемы. Он верующий, да, он из обращенных иудеев, значит, там, он учился в Ешиве, значит, собирался раввином быть и уверовал в Иешуа, в Иисуса. Мессианский сейчас он служитель, он уехал даже со своего квартала, был вынужден, потому что там в его квартале все кошерно, все там, там маленькое, там на каждом углу синагоги, все там такое, знаете ли. Вот, и даже родня его с ним не общается. Большая родня, там дяди, там братья, сестры, там родители, вот они даже его отпели, как бы, ну, уже поминали, сделали там обряд по нему, ну, считают, что он покойник. И лишь из-за того, что он прочитал 53 главу Исаии, значит, и стал веровать в Иешуа, как в своего Спасителя, как в Христа, в Иисуса, как Христа. Понимаете, ну, ну интересная очень история. Но он русский так кое-как учил, значит, тем более у него там есть предки какие-то из Одессы. Вот, значит, учил, значит, русский, но так, с 5 на 10. Мой английский еще хуже, но мы, короче, так на пальцах больше понимали друг друга. Вот. Но я по его реакции понял, что у нас проблемы. Вот. Но я и так вижу, они вот шипят, и там, и все. Короче, я уже, ну, господи, я не знаю. Ну. Но было чудо, что эти твари на нас не бросились. Потом Майкл, потом он возбужденно все рассказывал, там, и братьям всем, там. Потом мне переводили все подробности, говорили, что это для него это тоже чудо. Вообще он австралиец, он коренной, как бы, да, уже не в первом поколении, как бы, значит, и он знает, что эти твари, они, именно вот эта коричневая змея, он показывал потом мне там, как бы, в атласе, они бросаются на всех вообще. Тем более мы были возле их гнезда. То есть это, ну, это вообще как бы, это ее территория вообще. Мы вторглись. Ну ладно. Ну, кенгуру таки я видел. Все-таки видел. Когда мы оттуда уходили, но самое интересное, увидели кенгуру. Они с нас прикалывались, оказывается. У них тоже свои есть какие-то, вот, ну, они, мы думаем, что они глупые, а они, у них свои приколы, если они стоят и хотят нас, они нас смотрели, как бы, и, ну, мне казалось, они с нас смеются. Вот, я реально, мне так показалось, по крайней мере, я не знаю, может, это просто показалось от страха, там, как бы, вот. И, значит, а когда уже к машине шли, нашли дедушку кенгуру. Оказывается, вот с бородой, как бы, вот, я не знал, что у них борода бывает. И он стоял, на меня смотрел, я, короче, фотоаппарат, и у меня был спорт-режим, и так, его, короче, быстренько поснимал этого кенгуру и ушли дальше. Ну, ну, понятно, потом было служение воскресное, вы понимаете, о чем я проповедовал. У меня все было живо, это воспоминание, говорю. Да, церковь Брид Чорч, которую Смит Вигглсворт основывал, церковь эту. Он в Австралию путешествовал когда-то и основал первую пятидесятническую церковь в Австралии, Брид Чорч. Она до сих пор существует там, в Мельбурне, Виктория. Вот в этой церкви как раз. Вот, делился тоже свидетельством. Вот, слава Богу, значит, и как раз вот сказал, да, я знаю, что у вас гадюшник, змей полно, но вот как бы увидел своими глазами, вот, что Бог нас спас, все, благодарю. Ну, конечно, я сказал к тому, что вот, как в древности, вот, в числах, я не представляю, какой ужас испытали те евреи и неевреи, что вышли из Египта, если они приползли, твари, и жалили. Жалили всех. Представьте, вот жена твоя, да, значит, там дети, там, значит, там, ты можешь отбиться от кого-то не сможешь отбиться, и они жалят. Но в оригинальном тексте еврейском, иврите, там еще страшнее. В переводе все-таки смягчено многие вещи, они смягчаются. Ну, не считая некоторых английских таких классных переводов. Вот, значит, похоже? Может быть. Здесь вообще все коричневое. И фон, и змея. Короче, оно не надо там. Короче, не ходите, дети, в Африку гулять, а в Австралию тем более вообще. Не, ну если Бог призовет, конечно, нет проблем, то да. Но вообще-то гиблое место такое, честно говоря. Вот, и знаете, я рассказал эту историю с чисел, что в оригинальном тексте там гораздо все страшнее. Потому что там не только говорится о таких физических змеях, а там говорится о серафах. Серафы, серафимы. Серафим, понимаете, у нас обычно отношение к этому существу как, ну, хорошему, да? Божьему, да. Ну да, не, ну, оно все Божье, конечно, все Божье. Ну, понятно. А, спасибо. Оно Божье все, но, понимаете, Сераф,
Он как переводится, серафим? Пламенеющий, горящий, огненный, как бы вот такое значение, да? Но обычно мы не читаем дальше, какие другие значения этого тоже слова. Это жалящий, поражающий. То есть это как бы ангел, но понимаете ли, как говорится, ну, ангел есть ангел, ничего личного. Это, ну, посланник Всевышнего, работа такая, как бы, да, он бывает с хорошими новостями приходит, да, вот в числах, ну, с нехорошими новостями пришел. А именно конкретно, ну, я пришел вас убивать. Все. Жалец. Убивать. То есть ангелы приходят не только для хороших новостей. Это посланники Всевышнего, которые. Вот поэтому каждую пятницу вечером мы поем там, ну, соблюдаем некоторые такие традиции, домашние такие у нас еврейские традиции, татарские еврейские традиции. И по еврейской традиции обычно в пятницу вечером мы поем дома эту старую добрую еврейскую песню. Она очень простая, там повторяющиеся куплеты, ну, немного чуть видоизменяются. И значение этого, этой песни, она очень простое, что приходите к нам, ангелы Всевышнего, посланники, да, Божьи. Мы приветствуем вас, ангелы, потом пребывайте с нами. А в конце последний куплет, ну и уходите. Тоже с миром, как бы. Как бы с вами хорошо, но без вас тоже. Вот, одним словом, значит, с миром уходите. И приходите с миром, и пребывайте с миром, ну и уходите тоже с миром. Вот, хорошая песня такая, старая такая, добрая. Есть предание, но не знаю точно это или не точно, но что эта песня родилась еще во времена исхода. Эта песня родилась. Слышали, наверное, да? Шалом алейхем, малахей хашар, малахейльон, мимелех, малхей хамлахим, акадош баруху. Приходите с миром, ангелы Всевышнего. Там, дальше не помню, там есть русские переводы, но перевод есть перевод. Там потрясающе в самом еврейском тексте, потрясающе, ангелы мира, говорится. Ангел мира. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И знаете, если бы в числах шла речь бы только о таких змеях физических, да, то от них можно было бы как бы отмахаться, отбиться. Но попробуйте от ангелов отбейся. Бесполезно. Как говорится, против лома нет приема. Если нет другого лома. Бог дал ответ очень интересный. Сделать изображение. Ну, обычно христианское толкование такое, что идет речь о змее. Да, даже рисуют какую-то гадюку там или гирзу какую-то рисуют. Такое вот обвивающее. Да, пригвожденную, как бы, да, вот, значит, к древу. Но если брать оригинальный текст, то не хочу смущать вас толкованием таким, но расскажу. Есть такое толкование, старое доброе еврейское толкование, но оно сейчас не используется, потому что, ну, очень, ну, на руку христианам больше такое толкование, честно говоря, чем иудеям даже. Но очень интересное толкование, что здесь идет речь о, не о просто змее, а о пернатом змее, то есть о серафе, который двумя крыльями закрывает свое лицо, двумя хвосты или ноги. Ну, там буквально, хвост, буквально хвосты. То есть это существо, оно такое, на самом деле, ну, оно не совсем похоже на то, что мы привыкли видеть. Вот, значит, и двумя летает это существо. Значит, и шестикрылый сераф. Значит, и, знаете ли, если брать оригинальный текст, то, скорее всего, ну там 99% и 90% идет речь не о простом змее таком, знаете ли, да, как, ну тоже образ красивый, в принципе, в смысле плохой, но красивый, в смысле указывает на то, что вот, грех был пригвожден, да, да, Иисусом. Да. То есть тоже есть смысл, очень великий смысл. Но мне нравится другое все-таки объяснение, именно чисто еврейское объяснение, что это был сераф. И тем более, что гадов изображение Бог запретил делать, но об ангелах не делал такого запрета. Даже потом, когда шла речь о храме, он повелел даже сделать ангелов. Но не для поклонения, конечно, не для почитания, а для как раз, ну, он знает для чего. Мы до конца и не знаем для чего. Но, по крайней мере, это было красиво. Значит, и мне как художнику это очень нравится. Пусть даже непонятно, но красиво. Значит, я очень вещи такие люблю сам, которые умом не понять, но которые очень красивые. Вот, и знаете, так вот, и если это сераф, я даже эскиз такой нарисовал, я, честно говоря, в этом не мастак.
Если как живописец, то мне ближе пейзаж. Я всегда, иногда портрет редко, но монументальники, там, многофигурные композиции – это не мое. Ну, не считая советского времени, там, в конце 80-х там, халтура была такая, там, майские праздники, октябрьские, там, художники халтурили там, в Орле там, на площади Ленина там, оформление, там, все, ну, каждому там, копейка перепадала какая-то там. Вот, ну, как бы это была такая популярная халтура. Значит, и, но там да, многофигурные композиции были, ну опять-таки мы что, мы там молодыми ребятам просто там мазали, короче, красили, там, нам говорили, что делать и все, на то и делали, но больше на побегушках были, знаете ли. Вот, но что интересно, там да, там рабочие, колхозники, революционные матросы какие-то там с винтовками, ну короче там много всего. Многофигурные композиции такие, там большие, на весь фасад, допустим, это вот здание там огромное вывешивали. Вот, а здесь, вот буквально несколько лет назад родился эскиз, потрясающий, он, правда, так остался эскизом, но я хочу однажды воплотить его как большую многофигурную композицию, именно как раз вот иллюстрация, несколько иллюстраций из чисел, исход и числа, как раз именно вот выход из Египта, море, красный проход, значит, и вот как раз вот этот эпизод с этими змеями, и вот там как бы огненный сераф такой был изображен. И дальше, как силуэт такой, как контур, там указание на Голгофу, на крест вот, прослеживается. И возле этого изображения, там, ну, Моше, Моисей, значит, там, другие персонажи, некоторые там, ну, характерны в этих вот, их длинных этих одеждах, ну, типа того, но как бы еще там более по-восточному. Вот, а там чуть дальше люди разных других национальностей, культур и эпох, в том числе и современные уже вот, люди, ну, обычные наши, вот, сегодняшнего дня, как будто с улицы взяты, вот, персонажи. То есть показать, что то, что тогда происходило, 3331 год тому назад, при Моисее, во время Великого Исхода, это имело отношение ко всем нам вообще. Что в каждом поколении мы выходим, только сейчас вместо Моисея сам Христос, сам Машех, сам Христос, он путеводитель нашего Исхода. Из царства тьмы в царство света. Аминь. Слава Богу. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Тогда люди, укушенные, они могли взирать на это изображение, да? И умом не понимая даже, но в послушании, совершая это, они были исцелены. Ты не мог никак, да, бороться за свою жену, допустим, детей, значит, там, как ты мог их спасать? Только так, дети, жена, посмотрите, пожалуйста, туда, посмотрите. Больше ничего не могу помочь. Не смотрите на этих змей, пожалуйста. Да, страшно, да, шипят, да, кусают, больно. Но через боль, через там укусы, через страх, через все переступая, взирай не на это все, что шипит вокруг тебя и кусает тебя, а взирай на вот это изображение. Как? Папа, мне больно, я умираю. Сын, дочь, я вот, вот реально, я не могу тебе помочь. Вот только глазами можешь шевелить? Шевели туда, в ту сторону и смотри. И вот те, кто смотрели, яд уходил, нейтрализовался, да, значит, человек оживал, и он мог только смотреть и быть целым. Не ангел, но ангелы, понятно, серафы, они не будут уже делать эту работу. Но если даже змеи пытались кусать, представляете, я представил себе картину такую, миллионное собрание, и они стоят, как зачарованные, смотрят на это изображение, этого медного змея. И змеи шипят, пытаются жалить их, бесполезно. Они могли только лишь тех убить, кто, ну, смолодушествовал, там, испугался, кто смотрел на них, там, кто, значит, отвратился в сторону. Вот тех они могли, конечно, да. Вот. Но даже у такого человека был шанс, через не хочу, через не могу, просто посмотреть на этого бедного змея, и все. И тогда уже змеи кусали бы его, и хоть бы что. Наверное, змеи там пробовали, ну, ладно. Плюнули, уползли. Бесполезно их кусать. Они хоть кусали, они смотрят, и все. И вот момент был чудо исцеления. Сегодня для нас, для церкви Нового Завета, для верующих новозаветных, Христос, Иисус. Поэтому взираем на Христа, друзья. В любой ситуации, как есть такая старая еврейская пословица, в любой непонятной ситуации, что идем спать. А это, я говорю так, в любой непонятной ситуации, взирай на Христа. Аминь. Вот, вот реально, и оно настолько помогает, настолько вот, мозги приводят в норму. Да. Вот, в любой ситуации, взирай на Христа, думай о Нем,
И это, даже одна сама мысль, она, не знаю, какое-то действие делает, как противоядие, знаете, как будто бы тебя всегда, это противоядие с собой. Вот, как будто бы это, вот, от всякого помышления не того, взирай на Христа, умом своим, сердцем своим, размышляя о нем, спасибо тебе, Господь. Зайдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним, пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Действительно, это чудо, когда мы умом своим переносимся как бы в то время. Для нас, живущих во временном измерении, пространстве, это кажется чудным, конечно, порой, но для Бога нет того, что вот мы говорим, прошлое, настоящее, будущее, Он вне этого. Само время – это Его творение. Знаете ли, это прекрасное творение. Но то, что произошло 2000 лет назад, это сегодня активизируется в нашей жизни. Аминь. Через веру. Наша, вот, я знаю, что Он умер за меня, Его кровь пролилась за меня, лично за меня. Хотя нас разделяет 2000 лет. Но для Бога нет этого. Больше того, из Нового Завета мы знаем тайну, которая раскрывается, раскрывается, 2000 лет уже раскрывается. Но только лишь в вечности мы это разумеем, конечно. Что ангел этот, Агнец Божий, Иисус Христос, как посланный, как апостол, Он заклан от века еще. То есть в вечности что-то совершилось такое, что здесь на земле 2000 лет назад было спроецировано вот в Его жертве. В Его распятие, что-то произошло в вечности, не только здесь, в этом временном мире, не только в временном этом измерении. То, что произошло на Голгофе, это имело отношение к вечности, ко всей. Мы до конца это не разумеем, 2000 лет это раскрывается уже, братья, сестры, дамы, господа, постепенно раскрывается. Но только в вечности это раскроется. Я понимаю прекрасно, что сейчас, в этом временном мире, мы до конца не можем эту тайну знать. Но самая великая тайна, которая есть, это таинство «Христос в нас». Упование славы. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. Благодарю тебя, что искуплены мы от суетной жизни, преданы нам от отцов. Ни золотом, ни серебром, никакими ценностями этого мира нельзя было бы этого сделать. Никогда, никак. Но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, это свершилось. Великое чудо искупления рода людского. Великое чудо спасения. Боже Всемогущий, ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего на Голгофу, на кровь, на Голгофу, на крест, и кровушку Свою пролил за нас, душу Свою положил за нас. Слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Бог и Царь! Благодарю Тебя, Господь! И благодатью мы спасены, сие не от нас, это Твой Божий дар, чтобы никто не хвалился ничем, ни религией, ни традицией, ничем. Божий святой дар во Христе Иисусе Господе нашем. Благодарю Тебя за настоящее единство, которое в Тебе, вне Тебя нет его, вне Тебя подделки, вне Тебя просто пустота. В Тебе настоящее наше единство. Вне Тебя смерть. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Верующий в Тебя не судится, но перешел от смерти в жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь. Спасибо. Благодарю Тебя. И благоставляю великое имя Твое в собрании святых сегодня. И собравшихся всех здесь людей, и ангелов Твоих, благоставляю великое имя Твое сейчас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, Твои ангелы сегодня славят вместе с нами.
Спасибо, что наши собрания пересеклись эти. Спасибо. Это так прекрасно, когда небо и земля целуются, когда небо и земля вместе пересекаются. Это так прекрасно. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за это удивительное пересечение судеб и наших земных путей. Пересечения мы могли бы ведь и не встретиться, и не пересечься, но Твоими путями мы пересеклись. И небесное, и земное пересекается, а могло бы не пересечься ведь. Но пересекается. Спасибо, спасибо, спасибо. Благословляю моих братьев, сестер, благословляю Твоим святым именем, Господь, Бог Святой. Благодарю Тебя за великую победу Твою. Аминь. Братья, сестры, да, пока играйте, играйте, да. Ну, можете пока присесть. Да, да. Вот перед тем тоже хочу сказать пару слова. Потому что у нас сегодня таинство еще. Знаете, причастие – это не просто даже вот то, что мы воспоминания Господа совершаем. Да, это так. И доколе Он придет, мы смерть Господня возвещаем. Возвещаем всему миру. Возвещаем самим себе, в первую очередь, даже самим себе. Я это, в этом убедился. И убеждаюсь многожды, что это возвещение, оно даже не поймешь, кому нужнее. Тому ли, кто возвещает, тому ли, кому возвещают. Всем. Но я убедился, что блажение давать. И когда возвещаешь эту смерть Господню, то самому себе больше возвещаешь даже. Вот. А возвещение в чем наше заключается? Уже 2000 лет. Возвещение в том заключается, что мы провозглашаем эту истину евангельскую, что кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, Его смертью святой, на кресте я спасен. Его смертью, Его кровью. Я возвещаю смерть всему миру. Почему? Потому что я знаю, что Бог во Христе примирил с собой весь мир вообще, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.